Хотят, чтобы мы спасали инженеров, вакцину им разрабатывали, все дела. Город. Покажите город. Архитектор. Петр Саматин. Стаматин. Андрей Стаматин. И револьвер. Итак, у нас есть два архитектора и револьвер. Очень интересно. Но архитекторы меня не особо интересуют. Честно. Лично архитекторы. Хоть они, блин, 10 раз архитекторы. Как-то вообще пофигу. Я поднимусь наверх. Здесь должен быть сундук, по-моему. Посмотрю, заспавнились ли вещи. Да, вот он. Окей, у нас есть бритва, жук, изюм. А за это все счастье я оставлю 3 спички. Терахром, привет. Что у меня в мыслях есть? Вспышка странной заразы перечеркнула все планы. Что нас ждет? Завтра будет совсем не таким, как я ожидал. Время вышло быстрее, чем я ожидал. Диагностика, мать, лечение. Улицы опустели. Непонятно. Пойду я к Ларе в гости, посмотрю, что она мне хочет сказать. Братва. Извиняюсь. Не братва. Это леди и джентльмены. Здравствуйте. Веретено и острая бритва. Но ты у меня только тинктуры хочешь брать. Чего я буду людям мешать, которые заняты хорошим, важным делом? А? Седло. Тут вас уважают. Окей, Кларе вход. Вон дом Лары, да? Король Бобро! Морфий. Йоу, Артём, спасибо огромное. Спасибо тебе огромное за подписку. 14 месяцев подписки. Огромное тебе спасибо, чувак, за поддержку. Благодарю. Как дела, что нового? Слушай, дела отлично. Нового, блин. Смотря сколько тебя не было на стримах. Чего ты смотрел, чего ты не смотрел. Так-то дофига всего. Ого, сколько тут детей собралось. Так-то дофига всего произошло. Мы играем в новые игрушки. Вот по четвергам пробуем рубрику играть в какую-нибудь. Типа. Пробуем играть в какую-нибудь игру. В одну и проходить, типа, фул билд на одну игру. Пока что вроде получается. Пока что вроде бы заходит. Сейчас проходит. Рыба! У нее есть рыба! О, нет, мне не хватает на то, чтобы взять рыбу. Черт. Сейчас проходим этот мор. Да, так что. Пока что очень круто. Мне срочно нужно рыбу эту купить. У кого? У девочки в пионерском наряде рыба.
Кто-нибудь поменяйте мне что-нибудь, чтобы я у нее рыбу купил. Она чего у меня пуговицы принимала? Фух, порошочек за 35. Блин. Ты. Сверток. Патроны для дробовика? В этой игре есть дробовики? Мыло, иммунки. Черт. Походу не насобираем. А, нужно срочно помойку найти какую-нибудь. Порошочки самое ценное в игре. Да, ну порошочек стоит 35. У меня столько нету, чтобы обменять на этот порошочек, ребят. Привет, мужик. У него есть арахис. Он арахис за бритву. В общем, да, Артём, добро пожаловать на стрим. Проходим Мор. Очень странная игра. И да. Могу арахиса у него купить за бритву. Не знаю, насколько это хорошая идея. А ты это чего? Чат. Предупреждать надо, блин. Капец. Там, наверное, уже клипуете, а? Клипы только делать не надо. Так, вам буду читать диалог. Теплая. Теплая ее зовут. Замри, Яргатин, слышишь? Рык или скрип какой-то слышу. Подойди ближе, встань вот сюда передо мной и жди. Чё ждать? Земля дышит, слушай. Замри и слушай. Матери Бодха, земле больно. Зубалон, я дарал. Обнажи ее вену. И она отблагодарит, дарит тебя, встретит тебя. Ты снова вернулся в объятия матери. Окей. Замер, слушаю. Ничего не происходит. Докладываю, ничего не происходит. Визуально ничего нету. Вообще ничего. Я везде найду тебя. От меня не спрятаться. Я приду и отдам тебе наследство. Спасибо, контент. Спасибо за донат. Спасибо. Ямар Берхе Яргачин. Кто людей умеет вскрывать, тот и землю раскроет нежно. Теперь бери мою кровь, пусть моя кровь пропитает землю. Это еще зачем? Все знают, напоишь землю кровью, соберешь всходы. Попробуй. Ямар Берхе Басаган Бай. Окей. Дали бутылку с кровью. Под ногой растут корни. Теперь можно корни накормить кровью. Я положил бутылку с кровью на корни и...
По-моему, получил кровяную тверь. Я не знаю, мне кажется. Возможно. Да. Короче, ты... Да, и начала расти трава. Окей, выросла трава. Я собираю траву вокруг этого дерева. Ну, там дерево, которое рядом с ней. Три. Четыре травы, в общем, выросло. Или три. Что-то типа того. Я снова разговариваю с этой леди. Смотри, как растет трава. Слушай, как она поет. По пению знаешь, ее пению найдешь. Как раскрывается мать Бодха щедрому. Возвращайся завтра, Хаяала. Новой крови еще дашь. Новый урожай соберешь. Щедрость за щедрость. В общем, видимо, можно к этому дереву приходить, лить кровь на... Лить кровь на воду. Ой, на дерево и что-то получать. Но это все без разницы, потому что у нас персонаж, как обычно, в это время умирает от голода. И у нас жрачки нет вообще. Есть два кусочка арахиса. Примет у меня девчонка арахис в обмен на рыбу. Проверим. Нет, только пуговиц принимает. Пуговиц? Пуговиц нету. В общем, звездец нам. Я не знаю, куда делась опять голод, но мы... Мне арахис надо есть. Жесть, он восстанавливает. Побежали искать еду где-нибудь. 35 денег. Здесь закрыто. Может быть, еда... Так а чего вы хотели там смотреть? Я же говорил, что буду закрывать такое. Вы чего хотели посмотреть? Ну, загуглите чат, как она выглядит. Мор, там, женщина. Что на нее смотреть-то на стриме? Пусто, ничего нету. Жратвы нету, ни у кого ничего нет есть пожрать. Есть пожрать? У тебя 100% нету пожрать. Человек может жить без еды очень долго, бурах около суток? Нет, не сутки даже. Где-то 3 дня он живет без еды. Так, одежда бакалея. Где-то за 3 дня бурах умирает от голода. Ничего не меняет ни на что. Правильно, лучше смотреть на мужчин. Где ты такой смайлик взял? Так, вот это бакалея у нас должна быть, да? Я не уверен, что он у нас купит что-то. Я не хотел, у меня есть игра, просто интересно, почему ты ее закрыл. Такая этот... О, что за тусовка в магазине? Ну, я не показываю такого. На стримах. Так. Есть рыба. Плохая рыба, копченая. Молоко хорошо восстанавливало. А нет, там тан был. Орехи мне тоже понравились, в принципе, соотношение цена-качество, но... Можно револьверный патрон продать. Морфий, который мы выменивали, можно теперь поменять на еду, да? 2 бутылки морфия, например. Если я хочу взять... Попробуем молоко вместо рыбы. Копченая рыба не очень, кстати, восстанавливает. Сухарь, по-моему, тоже не очень восстанавливал.
Мне, в принципе, только морфи весь надо отдавать. Опять. У меня больше ничего нету. Траву мне нельзя отдавать. Нет. Ну, она, он ее ни за сколько не покупает. Ноготь один нужно оставить для экстренной телепортации. Трава покупает. Да, я могу только весь морфи отдать. Одну бутылочку останется. И купить на все деньги молока. Пользовать молоко. Одну четвертую восстановили. Придятина. Консервы немного восстанавливают, на самом деле. Консервы восстанавливают примерно вот столько же, сколько это молоко. Я серьезно, они где-то вот так и восстанавливают. Они плохие. Я уже все перепробовал. Самое лучшее, что мы нашли пока что, хлеб и свежая рыба. Но хлеб я видел только один раз. Свежую рыбу я несколько раз видел, но мы ее всю покупали, где видели. Бурах по кличке Черная дыра. И жрет, и жрет. И жрет, и жрет. Да я жадный, я не буду вам показывать всякие сцены со скандально одетыми леди. Вот эта леди просто одета не трогайте не меня в это время года. И вообще ничего тут не трогайте. Ты не трогаю. Смотрите-ка, легот к нам по мини. Что ты зачастил? Ничего, ботинки не стопчешь? Соскучился. У тебя вроде бы дело должно быть не в проворот. Не пойму, зачем ходишь? Или помощь опять нужна? Одежду могу постирать, а то грязный, как трубочист. Смотреть противно. Пока будет сохнуть, приляг тут, а заспись. Чё с тобой, Басаган? Белины объелась. Ненавижу, когда ты так меня называешь. Неужто так трудно запомнить? Тепнячкам своим это говори, Басаган. Ну хорошо, чего ты, Эхене? Не с той ноги встала. Это что за словечко? Переводится примерно так: самая рассудительная и дружелюбная. Да ну. А вот ко мне приходила сегодня одна. Спрашивала о тебе. Говорила, что тебе обещано. Всякого наговорила. Что ты ей обещал? Жениться, что ли? Ха-ха-ха. Наверное, та прилетала, которая любительница потанцевать, а? Ничего я не обещал, даже не помню. Ходит за мной, пристает, вопросы задает дурацкие. А, слушай, какое мне дело? В конце концов, делай что хочешь. Какая мне разница? Помирились со Стахом? Так-то ладно, вот теперь вижу, мы с тобой от ссоры на волоске. Почему так? Прости, пустое. Иногда наступают минуты, когда видишь, что жизнь прошла. Вроде 30 еще нет, а жизнь уже кончена. Не кончена, но пропала зря. Ничего уже не будет. Я-то тут при чем? Ни при чем. Теперь уже точно ни при чем. Просто все могло бы быть совсем по-другому. Может, сегодня встретимся все вчетвером? И даже с Грифом, раз уж мы снова все рядом, как в старе. С Грифом? Да ты не знаешь, в какое болото твой Гриф угодил. Астах тоже ведь натворил что-то. Судья на него сердит, вызвал Горный еще для допроса. До сих пор там торчит. Ну, и что это значит? Все вы хороши, все трое как на подбор, один другого краше. Давайте сегодня увидимся, ребят, все вместе, сам все устрою. У нас тут чума на дворе, а этот... Бурах хочет пати, вечеринку устроить. Пир во время чумы. Впрочем, и в самом деле, ты прав. Соберемся, именно вчетвером, даже с Грифом. Сегодня, на старом месте, на яблочной ветке, да? К полуночи, как всегда. Именно, на яблочной ветке, возле корзинки. Отличная идея. Супер вечеринка будет. К черту все, гори все синим пламенем. Хоть под конец развлечемся. Устроим большую ор... В смысле, большую... Большое пати.
Кстати, время уже почти полночь. Так подожди, куда она мне сказала идти? Блин. Я хочу посмотреть. А он не работает, да? По-моему, квест не работает. Потому что он не показывается. Я думаю, что сломался квест. Право, вот это? Нет. Это архитекторы. Осталось два архитектора и револьвер. Право с руками. А да ну его к черту, не до встречи с друзьями теперь. Понятно. Я понял, вот это оно. В общем, диалог сбитый. Сломанный. Так, ну чего? Усталость норм. Так-то. Ты игру ломаешь. А я-то чего? Я играю и играю, ничего не ломаю. Привет, мальчик, давай меняться. Мыло. Брусок обычного мыла. Ой, не знаю, надо оно мне или нет. Ну, держи грецкие орехи, я, наверное, об этом пожалею. Вдруг это мыло на что-то хорошее поменяется у кого-нибудь. Мыло на яйцо. Фиг там. Ты? Ты жадный. Ну и чем мы будем заниматься тогда? Я бы пошел и пособирал травы, если она там будет. Чтобы продать потом в баре. Заработать денег. Тут надо аж на юг идти вот сюда. Мыло на иглу, иглу на яйцо, яйцо на рыбу. Ну, тут типа примерно так и надо делать, наверное. Но надо знать, чего на что меняется. Скоро уже все равно от голода снова умирать будем. Морфий. 10, что у вас морфий сильно подорожал. А, у нас ХП. ХП, в принципе, половина есть. Знаете что? Я знаю, как нам заработать денег на еду. У меня есть план. Короче. Опа. Ящик. Две спички. Это, по-моему, я здесь оставлял. Скорее всего, я оставлял. Нужно найти воров и забрать у них шмот. Точно. С воров же дроп идет. Траву надо еще собирать. Здрасте. Кофе! На 7 репутации. А у вас, леди? Только на ногти принимают. Ногти очень хорошая валюта. Ногти супер хорошая валюта. Но фиг найдешь. Тоже у него рыба есть, но он ничего не принимает. Где с вами можно поговорить. Есть немножко новеньких орехов. Мы можем их на очень редкие сменять. Новеньких-то не спелых? Нет, новеньких с новыми людьми внутри. Что? Вот он непонятливый какой. Наши орехи нам уже все рассказали. Теперь мы можем их тебе на очень новые очень даже поменять. Ведь с новыми интересней. О чем они вам рассказали? Где найти порошочки? Вот в этом самом дворе.
Они так называются у нас, пороховница. Тут жили бока с турочкой, которых и их делать умели. Что за порошочки такие? Очень-очень ценные порошочки, сменяем их на иголки и ножик. Можно мне такой? Давай сыграем с нами в прятки, мы будем искать порошочки, ты нас. Согласен. И водить, повернешься к нам спиной так, чтобы нас не видеть. Потом считаешь до пяти, потом ищи. Идет. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать. Фигово вы прячетесь, братва. Нашел. Где награда? Так они только что хотели со мной играть, вроде бы. Ой, я игру ломаю, нажимаю клавишу Т на них. Что, они исчезли? А, это такой был способ меня отпослать на все четыре стороны. Пружинка! Yes. Малыши прячутся по укромным уголкам этого двора, стоит их поискать. Все-таки, типа, есть. А, надо было выйти, окей, понял. Че их искать? Я процвечу и все. Привет. Штаны. Нашел. Один есть. Спрятался. Это был поворот. День подошел к концу. Это. Да ёб... Хватит меня пугать. Мне тоже прочитать не дают. Ноткин заразился. О, нет. Всего было 12 дней. Это не очень мало, но и не слишком много. Вот и еще один день миновал. Город меняется. Что-то происходит в театре. Что-то происходит. Что-то происходит в тебе. Что-то у меня комп взлетает, по-моему. Включим-ка мы вертикальную синхронизацию. Так. Нам еще надо найти одного малыша. Не здесь. Ага, попалась. Порошочек. Порошочек, порошок. Они орехи любят, да? Вот у нее есть порошок всего лишь на там 3 репутации или что-то такое. Но у меня орехов нету, чтобы поменяться с ними. И вот это типа была моя награда. Возможность получить порошочек, которые я не могу получить, потому что у меня нет орехов.
Может, орехи есть на помойке? На помойке орехов нету. Ну и гори они синим пламенем, эти дети со своими порошочками. У тебя есть орехи? У тебя есть кофе? Окей, в театр. Пошли в театр. Дамы и господа, эпидемия. Театр официально упраздняется. А равно с ним и другие городские удобства. А именно, водопровод, доступ к родным детям, которые и так не вылезают из своего многогранника, канализация, уличное рукопожатие, сочувствие институту брака, снабжение провиантом и прочее, и прочее. Костюмы народного театра велением приезжего бакалавра поступают в распоряжение Мортусов. Во избежание. Мортусов, повиновение которым является обязательным для всех и излагается нормой закона в настоящих условиях. Все? Ну, пока все. Город все равно обречен. Зачем им все это? А, ну да. Почтеннейшая публика, сосредоточьтесь на том, что собирались успеть сделать в жизни. У вас осталось чуть больше недели. Приводите свои дела в порядок и исполняйте свои куцые мечты. Держите финик, чат. Не умрите от голода. Не умирайте. Бурах умрет? Вы не умираете. Бурах опять умирает от голода. Жука нельзя съесть? Нельзя. А мыло? Мыло нельзя. Спасибо за представление. Очень хорошо. Благодарю вас. Долго я, конечно, не ел. 4 часа стрима, я только в первый раз поел. Если бы я был в мире Бураха, я бы уже 4 раза умер. Где взять жратвы? Не знаю. Сейчас пойдем искать жратву. В общем, у меня план такой. Найти вора какого-нибудь. Убить его, забрать все, что у него есть. Я с утра вообще не ел. Ты уже мертв. Давно, ты просто этого не понимаешь. Леонид, F. Леонид. Леонид ТД. Еще и мой однофамилец. Ты на самом деле призрак. Говоришь с нами с того света. Ты что, с утра не есть? Леонид Бурах. Последний из рода Бурахов сегодня погиб голодной смертью, как и все Бурахи. Ни один Бурах не дожил до старости. В мире не хватило жратвы, чтобы их спасти. Леди, дайте мне еды, пожалуйста. Это аптека. Марлевая повязка стоит 1500, а? Что в аптеке хорошо покупают? Жуков? Я мог бы все свои таблетки продать и купить еды на эти 900 денег. Но мы никого не смотрим, не сможем вылечить. Лавка мертвых вещей открыта. Пойдем в лавку мертвых вещей, может там? Может, там можно что-то пожрать купить? Ты вор? Возможно, мне просто придется сейчас мужиков рандомных начать убивать, если я у них увижу
по карманах жратву. Убью я человека за арахис. На данном этапе похоже, что придется начинать понемногу. Прямо по курсу Бакалея. Я попробую сейчас убить торговца в магазине. О, ты вор, отлично. Он меня шотнул. Или я умер от голода. Не знаю. Либо одно, либо другое. Наверное, от голода. Добрый день. Как преображается город? Изменились органы, появились новые организмы. Не говори, брат. Люди от голода умирают за 40 минут. Марк Бессмертник. Что? Сейчас моя реплика? А, да, совершенно верно. Вот она. Любезнейший, вам обратно в ту дверь. На выход, что ли? Нет, вы ошибаетесь. Неверная фраза. Повторим все сначала. Теперь вы должны сказать, я был мертв. Я был мертв. Завершение. Смерть не бывает быстрой. Познание — это процесс. Неприятный, но необходимый. То, что внешний наблюдатель видит, как миг в сознании соприкасающегося может растянуться на сутки или неделю, или, если не повезет, на год. Нет, я еще не умер. Сейчас я как режиссер-постановщик озвучу самый важный ключ к вашей роли. Молчать там в зале. Итак, каждая смерть очередного актера будет иметь на вас необратимые последствия. Вы хорошо меня поняли? Необратимые. Например, каждому, кто пойдет дальше торить пути Артемия Бураха, будет труднее, чем его предшественницу. Это театр жестокости. С каждой смертью рисунок роли будет становиться сложнее. Обременительные последствия небрежности ваших предшественников. Их легкомысленного отношения к смерти. Что за последствия будут? Самые неприятные и тягостные для вас. Шагу пройти не сможете без глотка воды. Как вам такое? Не сможете коснуться близкого человека. Устроит? Или станете слабым, как 5-летний ребенок? Да что говорить, уже сейчас объем ваших жизненных сил сократился. С каждой следующей смертью их будет все меньше и меньше. С каждой. Бред какой-то. Я вас предупредил. Каждый следующий выход будет труднее предыдущего. Умер предыдущий актер, значит следующему будет еще труднее удержаться на краю пропасти. Пробуйте доиграть эту роль до конца, именно вы. Да, вот вы. Постарайтесь уж, чтобы никто другой не пришел вам на смену. Пожалеете его. Буду чаще подходить к часам, кто предупрежден, тот вооружен. Причем тут часы, уважаемый? Ж ясно дал понять, часы не помогут. Часы — это точка, с которой начинается преемник. Он все равно будет нести последствия гибели своих предшественников, иначе у нас ничего не выйдет, задача не будет решена. Что за задача? Объясню тем, кто пойдет по вашим стопам. Если вы не преуспеете, очевидно, там будут совсем уж безнадежные исполнители, которым надо будет разжевать и в рот положить. Толку ли от такого? Я уже сыт по горло вашими разговорами, больше не хочу. Отлично. Теперь Бурах будет умирать не за 40 минут. Не за 40 минут от голода, а за 30. А в конце 5 минут без еды. Спавнится и такой сразу... И знаешь, иссушается такой...